Сейчас я попробовал забраться повыше. Так вот выглядит наш маленький лагерь на берегу Волги. А вот эта тропинка идет к тайному выходу из правой части лисички. Там очень сложно забраться, поэтому мы, наверное, туда не полезем, а попробуем зайти через главный вход. Очень-очень высокий крутой берег. И заросли различные самых необычных растений. Костяника, земляника, правда, уже отошла вся почти. И вот туда выше, 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 все туда выше гора. Там уже лес, туда уже никто из нас еще пока не ходил. Очень красивый панорамный обзор всех берегов. Какие офигенные елки растут. Тут это дубы, ясень, березы, все очень высокие на этих склонах. Такой вот резкий обрыв, наверное, градусов 80. Очень сложно залезать. Дуб. И вон сразу ясень. Классно. Очень хорошая погода, несмотря на то, что уже сегодня 1 числа августа. Стоит просто жуткая жара. Вода очень теплая. Классно.